Да я зайду, не бойся. А, ну окей. У меня ничего нету, я только начал. Да не бойся, я давно играю, я новичок. Так. Да я и как бы не боюсь. Откуда эти добрые люди попадаются? Почему у меня одни злые? Чувак подошел, говорит, я дружественно, не бойся. И он мне поделился со мной всякой фигней. Тут надо деревом все обделать. А, у копье мое сделалось. Супер. Ну-ка, иди сюда, конь. Ага, понял. Сейчас будем лошадь убивать. Бедная лошадка, иди сюда, ты на мясо пойдешь. Когда-нибудь ел лошадину? Конину. Конина, о. конина. Лошадину. Стой, конь, блин. Как думаешь, это умно, блин, боссовому чуваку бегать за конем? Я не знаю. Ты тут новенький, рецептов вообще нету. Вообще нету, только начал. Нам нужен уголь? Окей. Я беру уголь, шли, если что. Я вот пока что с чуваком бегаю, он мне прям показывает, типа, что тут делать. Блин, мне реально везет на добрых людей. Это уже второй человек, который я попадается, а он не пытается меня убить. Тут, кстати говоря, есть система рецептов. То есть, чтобы ты что-то скрафтил более весомое, тебе нужно находить рецепты. У тебя персонаж изучает рецепты, блин, что-то немножко подлагивает у меня. И ты можешь, допустим, те же дробовики крафтить. Слушай, он меня ведет прям к какому-то большому... зданию, как бы он меня здесь не прикончил. Сейчас просто выходит огромная толпа с автоматами. Ну, чувак, ты встрял. Так, это не по тебе там стреляют? Нам нужны твои органы, нет? Ты не слышишь выстрела? Не, выстрел... Значит, ты вообще далеко. Слушай, обалдеть. Короче, я уже устроился. У тебя тоже закат, да, наверное? Да, у меня закат. Отлично, пока обустраивайся, я пока попробую найти место, куда ты вообще ушел, куда мне идти. Я тут с чуваком бегаю, мне тут пытается что-то сказать, а я все... Ну ты слушай, вот ты побегай с ним, может он что тебе даст, приведет, я не знаю. Он привел, короче, меня к огромному... короче говоря, здание стоит, и оно огражено огромным забором. Так вот, он, короче, открыл этот забор, как бы он пропустил меня внутрь. И тут стоит в центре дом, и это его дом. И он меня внутрь пустил. Сейчас вот, типа, на этой территории разжег костер, и мы вот стоим. В принципе, здесь безопасно. То есть вокруг такие стены безопасные. Знаешь, вот у тебя целый безопасно, форт. А я вот иду по лесу без фонаря. И, сука, так темно и так страшно, и у меня экран красным горит. Что это значит, когда у меня вокруг красные пятна? Я говорил, да, что мне везет по жизни. Тебе везет, да. А я вот бегу по лесу, вот сейчас зажег фонарь и бегу просто как угорел, потому что стреляют со всех сторон. Так, мне дали... Я лучше потушу. Мне дали медицинский шприц и пистолет. Так безопаснее. Мне холодно теперь, мне холодно. Какого черта? Спасибо. Так, изучить чертеж. Медицинский шприц и пистолетный патрон, я теперь знаю, как сделать. Персонаж... Стройся где-нибудь тут ряд. Так ну... тебя никто не тронет. Короче, насколько я понял, он говорит, что ему это все досталось от какого-то игрока и досталось в не очень хорошем виде, и сейчас он его реконструировал, видать, только-только закончил ремонт, и вот он меня пустил сюда и говорит, что либо, ну, говорит, не хочет, ну, не доверяет, короче, пока что мне. Хочет, чтобы я немножко рядышком, если что, устроился. А слушай, ты маяк видел? Маяк? Маяк Акопян, нет, не видел. Так, ребятки, мне пришлось убавить варпача, чтобы он не засорял эфир, потому что, ну, как бы грубо это, конечно, не звучало, но у меня здесь явно происходит что-то интересненькое, поэтому я попросил его положить трубочку, вот, поэтому... Да, пипец, конечно. Тут что-то творится. Короче, как вы могли понять... Да ничего, у меня револьвер есть, все есть. Что-то... Револьвер, Т4, Томпсон, все рецепты есть. Меня пытаются, короче, завербовать, если я правильно все понял. А что это за типелла на улице стоит? А, новенький. Ща ему помогу быстренько. А че он просит? Ничего не просит, я просто помогу ему сейчас. Рядом. Союзники, чё? А этот озарейдили нас, этот пацанчик с клана. Ну они реально читаки. Голые бегают, заима стреляют, сквозь стены проходят. С клана не русского, да, этого американского. Нет, русский главный. Вот.
Эх, походу клановые войны в Расте переросли в нечто Прыв, более национальное, нежели просто не, постреляться. Не, не, нет, не они, а другие. Интересно, интересно. Так, ну, в принципе, давайте подытожим, что мы в итоге получили. Так, у нас... Ну ничего, я вот варю эту серу для сишек, C4. Ну и паренек. Нам для стрелять. Томпсона надо нам металл высокого калия. Ну и все, пожалуй. Так, так, так. Короче, у нас немного ресурсов. Нам дерево надо. Револьвер еще изучил, кстати. Прикольная штучка. Так, и, в принципе, у нас есть копье с топором. Ну, это, в принципе, все, что у нас пока что есть. Ладно, будем смотреть, что они нам предложат еще. Он там бегает, говорит, нам хочет еще что-то помочь. Сейчас утро наступит. Комфорт 2%. Подходим ближе. Слышь, а что ты камень не потратишь? До 50%. Интересно. Да пусть здесь лежит, может, она... Может, регенерируется здоровье так быстрее. Так, что у нас тут еще есть? У нас есть... Так, серную руду, содержащие камни, есть. Читаки, просто читаки. Ну, что касается... Ой. Так. Жалко, за металлофрагменты было в основном, там, и за АК, и все. Жалко, что все-таки не порешали проблему. Ничего не было. У нас ткани, правда, много было, и кожи. Ну да, ткани было. Я пошел дерево нарублю, короче, для топоров. Что-то темно. Дровишки кончились. Сейчас скоро утро уже. Я смотрю, тут потребности не так сильно быстро уходят. Да нет. Но я тебя сейчас научу, как выживать. Ну, подскажу точнее. Эта игра поначалу не затягивает, когда в нее заходит. Поначалу, когда ты развиваешься, а потом, когда ты разовьешься, вот примерно как я. Ну, примерно так. Конечно, можно лучше. Тогда уже с нее не вылезешь. Ну, я раньше играл в Rust, который старенький еще был. Не, старенький — это фигня по сравнению с этим. Ну, я смотрю, прям вот заборы можно вокруг, прям форты целые строить. Прям весело. Ну да, типа того. Раньше нельзя было такого делать. Не хватало в старом Расте подобного. Все, утро, пошли, я тебе покажу. Угу. Да то, пошли. Так, таким образом сейчас посмотрим, чему у нас научат. У нас есть союзник теперь. Это хорошо. Главное не умереть. Если мы умираем, мы, скорее всего, возрождаемся где-нибудь в жопе, и хрен мы его теперь потом найдем. Но новые связи, новые контакты — это всегда прикольно. Это приятно и хорошо. Блин, эту свинку бы по-хорошему зарезать, но это ладно. Это потом. Я, конечно, в принципе, мог бы догадаться, как... Ух ты, маяк! О нем говорил Варпач. Ладно, буду знать. Так, потушим свет. Так, ну вот, отсюда у меня на тебя вид есть, в общем. Если что, помогать тебе, если на тебя нападать будут. Так, дерево, ткань... Сейчас объясню принадлежности. Короче, строишь дом, да? Полностью его деревом обделать, хорошо? Ну, по возможности, камнем. Ну, камнем вряд ли ты сможешь, потому что его здесь мало, в общем. И вот кодовый замок я тебе дал, поставишь на дверь. Помощь нужна будет вот рядом. Хорошо. Так. Окей. Пришлось немного с этими ребятами повозиться. Короче, что произошло? Ты вообще в Расте доживал до такого этапа игры, когда ты воевал бы кланами? Вот, короче, я наткнулся на чуваков, которые обитают в этих краях, и они вроде как немножко меня приютили. Вот, то есть я стал их союзником, так сказать. И теперь я рядом с ними строюсь, они мне, ну, помогают, посмотрят на меня, нормально я играю или типа в того. Вот, но я сказал, что новичок, поэтому они выдали мне пару вещиц и говорят, на, в путь дорогу давай, типа, стройся вот здесь, если что, потом поможем. Вот. И я вижу маяк. Если маяк ты видишь, то... Я уже не вижу маяк, меня там два раза убили. Дорогой очень. Ух ты ж, он мне арбалет дал, обалдеть. Во, 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 отлично, появился, все. Вот ништяк. Здорово, бродяги. Где ты его поставишь, там ты и возродишься, когда умрешь. Так, короче. Ну что, поехали. Строится.
Чем? Я, короче, нажимаю Е на мешок, и тут можно имя только изменить, и все. На вот этой стороне. Короче, как-нибудь выкрутимся. У них там целые интриги на фоне, если так послушать. Видел какой? Форд. А я уже был внутри. А там медведь ходит. Да. Так, короче, смотри. Блин, он мне дерево-то мое отдал. Нет, мне. Так, а слушай, мне нужно. Я пойду дерево собирать что. Так, давай иди собирай дерево. Я пошел вон туда подальше, пускай они здесь свое дерево собирают, я пойду дальше. Я с тобой тоже помогу. Пойдем. Главное, чтобы нас там не прикончили. Там медведь. Там аккуратно. Вон он, медведь. Там медведь, или это хряб? Там где-то там медведь. А, это не медведь, это. Давай свинью заколем. Зарежем, как свинью. Это просто такой, это, копьянер. О, фига, у нее кровотечение, прикинь, у нее, она не доживет. Ты ее убил до конца. Добывай. Ее надо убить же, да, вот так вот, нет? По-моему, все, ты ее добываешь. Вот, все, до конца добили. Костяные фрагменты, да, отлично. Все, пойдем. В лес. Кстати, 40% промокшего я. Я тоже 40% промокшего. Может, давай зайдем в какой-нибудь домик и. Он меня, кстати, знаешь, откуда приволок? Я вот когда только встретился с ним. Ну я вот оттуда, походу, бежал. Вот куда мы сейчас бежим. Угу. Вот спальный мешок, слушай, его можно забрать? Да, я вот, кстати, не знаю. Изменить название. Варпач. Чужой мешок подписал Варпач. Да. Гениально. А он там недолго делается мешок, на самом деле. Так, ты куда убежал? Да я вот. Еще один мешок. Так, а ты куда убежал? Сейчас. Я рядом с тобой. Я вот вижу тебя, все. Лучше в чужие дома не долбиться, что-то мне подсказывает. Окей. То хозяин выйдет с ружьем и солью тебя в жопу зарядит. Надаст нам люлей. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахер. Вот, пойдем к дереву, к любому. Главное не потеряться. О, олень. Олень! Блин, олень. То есть копьем более страшный этот противник для оленя, чем я с камнем. О, это что? Я не знаю. Что это было? Это мина была. Мина? Да, ты подзорвался на чем-то, прикинь. Капец.